Всем привет, ребята, с вами Шук2010, и сегодня мы играем в игру под названием Симулятор дальнобойщика 3D. И да, мы катаемся сегодня на КамАЗе. Снова. И, кстати, я сейчас нахожусь на даче. То есть снимаю видос для вас на даче. Да, сейчас дождь идет. Будет до 5 вечера уйти, а я сейчас снимаю в 9 утра. О, как раз. По секундам пройдем. Скорее всего, ролик будет короткий, потому что я не хочу на своем маленьком интернете куда-то его отправлять еще. Прям так. Ладно, давайте лучше прокатимся. Вроде за 5 минут должен управиться здесь. Да блин. Я просто пальцем не туда нажал, и из-за этого я врезался. Ну ладно, погнали дальше. Так, переезд закрывается. Лучше сразу выехать на встречку, чтобы было безопаснее. Ой, это все из-за меня. Так. Да не надо мне груз восстанавливать, боже, задолбали уже. Все, газуйте уже все отсюда. Газуйте все отсюда, я сказал. Все, пусть вас... все, подохните здесь. Опять дождь начался у нас. Ну, не в игре, а в реальной жизни. Сейчас снимаю у окна. Хотя кому это интересно? Просто выражаю свое недовольство погоде и все. И, кстати, по голосу у меня не ломается голос. Это просто я от того, что болею, так говорю. Хотя, в принципе, голос у меня скоро сломается. Наверное... через год он точно сломается, потому что вот у нас есть люди, которые в 14 лет разговаривают как маленькие дети, а есть, которые уже в 12 говорят как мужики. То есть такое есть. Вот я отношусь ко второму типу. Я уже 13 лет давно не говорю как ребенок. Хотя могу вам разить им себя и по голосу в том числе. Все, давайте два груза перевезем и закончим на этом. Что-то по встречке мало народу. О, опять дождь, слышите?
Фух. Я успел. Видели, я сейчас просто еле просочился. Так, сейчас меня еще снимут, конечно, деньги. То, что я потерял кросс, но еще и восстановят их за то, что я быстро привез. Так, давайте какой-нибудь по-быстрому перевезем. Какие там еще два груза антикуряты, чтобы посылки, интересно, что их я провести-то не могу. И там грузовик-то вообще нужен. Так. О, нормально, довезем. Так, на красный плевать. Кстати, меня кто-то спрашивал про видео, про отзывы о школе. Оно будет следующим. Потому что сейчас я не хочу рыться, нигде искать это все. Я не хочу сейчас это делать. Тем более это тратить мой интернет. О, ну лучше это когда приеду в город сделаю. А это будет уже скоро. Следующее видео. А мы тем временем уже целый километр почти проехали. Давай, заезжай. Ты КамАЗ или кто? У нас в классе была такая история про одного пацана, который просто не хотел, вот ни за что не хотел сидеть там. И просто на него учитель такая потом в конце, когда они уже начали бегать просто, я просто такой думаю, что такое? В чем проблема? Чего сесть-то с ним нельзя? Вот, и, короче... Потом учитель наорал и сказала, сел на это место, ты мужик или кто? Я так угорал с этого. Вы не представляете себе. Ну, может, те, кто в моей школе учится, те представляют. Это было в 6 классе, когда у меня еще не было канала. Хотя канал у меня официально зарегистрирован 12 июля 2021 года. То есть это лето между 5 и 6 классом. Вот, но... Но снимать я начал со 2 января 2022 года. Ну, там видео не записалось и... Первое видео вышло 5 января 2022 года. То есть я снимаю уже 1 год 4 месяца. Сейчас я ролики стал делать чаще. Так. А нам не в город ли надо? Какой 18%? Ты что, херел, блин? А 32. Я тебе сейчас сделаю повреждение такое. Повредил он от одной кочки. Так, туда же мне надо, да? Да, туда. Все, быстренько поехали, быстро, быстро. Все, быстро, быстро, давайте, поехали, быстро. Быстро, давай, газуй. Чем длиннее видео, тем, во-первых, дольше оно будет загружаться. 35. Да ты задолбал уже! Блин. Еще и по кнопке не попал.
Извиняюсь, вот раньше был кашель, а сейчас сопли. Как с этим бороться? Хотя было тогда 20 градусов на улице в Петербурге. И я спокойно без шапки, без куртки ходил. Ну, сейчас на даче я в теплой куртке хожу, потому что там максимум, дай бог, тебе даст 11 градусов. А так, в среднем у нас где-то 6-7. Ну ладно, на такой прекрасной ноте мы с вами заканчиваем. Ну что ж, а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всего доброго, всем пока!